Нил, и мы сегодня будем играть Джонни и Трайгер. Вот в эту игру, самую последнюю. Она стоит в первой в топе в Play Market, поэтому я решил его закачать и поиграть. Ну что ж, начнем. Загружается у нас. Save Games. Что? Так, Джонни Трайгер. Прикольная игруха. Сейчас мы зайдем и посмотрим, насколько она крутая. Просто интересно самому. Давайте убавим звук. Да. Четко. Бежишь такой. Чекпоинт. Чао, чао. Готовы. Дальше идем. Так, я успешно выполнил первую миссию. Теперь надо зайти в настройки и музыку выключим. Мы выключили музыку. Начнем дальше. Так, он прыгает. Раз. Два. Все, готов. Так, это чекпоинт. Готов. Раз. Ой. Проиграл. Да уж. Это реклама была. Что ж, продолжим заново. На чекпоинте остановившемся. Раз, готов. Два, да блин, я опять промазал. Блин. Просто я не умею, честно, в это играть. Первый раз играю. Поэтому не судите строго. Есть. Есть, готовы. Все, дальше. А, это все, это конец. Все, мы прошли еще один левел. Что ж, продолжим дальше. Так, что в этой миссии будет? Так, готов. Готов. Все, готовы. Следующий. Раз, два и три. Все, готовы. Бежим дальше. А, все, это конец. Все. Так, опять реклама. Для этого лучше выключить интернет, чтобы не было рекламы. Вот так вот. Так, давайте посмотрим пистолеты Ганс. Так, у нас пока что один пистолет всего лишь есть. А вот... А, классический, да? Ну, ладно. Короче, нам, короче, походу будут давать по обстоятельствам потом. Как-нибудь. Супер Ганс, пистолет... Короче, давайте дальше играть. Пока что у нас нету других пистолетов. Давай. Опа! 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 Все, готовы. Чекпоинт. Идем дальше. Опа! Готов, готов. 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 Все, есть. Идем дальше. А, все. Это конец. Так, еще один левел пройден. Идем дальше. О, это босс уже. Даже интересно. Так. Все, готов. Все, мы его победили. Я не буду ничего отвечать, ладно. Все, мы выиграли, это уже хорошо. Босса победили, идем дальше. Может, что-нибудь дали за него? Может, куртку какую-нибудь? Нет, ничего не дали. Ладно. Не дали, так не дали. Идем дальше. Оба! Оба! Чекпоинт. Дальше. Раз, готов, два, готов. Еще двое готовы. О, все. Теперь я могу покупать оружие. Так, давайте такой револьвер возьмем. Фри? Нет, Exit Shop. Все. Мы купили новое оружие. Теперь мы знаем, как покупать эти оружия. Вот. Теперь у меня два оружия есть. Все. А вот одежду, наверное, также, наверное, надо будет покупать только в определенных местах. Поэтому идем дальше. Раз, два. Да блин, проиграл.
Ай. Давайте дальше. Это всего лишь 7-й левел. О, надо, можно было банку эту взорвать. Ладно. Чекпоинт. Проходим. Идем дальше. Стреляю в него, потом в него, потом... Ай. Ну как так-то? Надо в бак. Надо в бак. Не попал. Почему я такой косой? На. И по банке. Ой, я и так за... по банке не стрелял, но и так убил их. Четко. Так, это уже какой? 8-й левел мы проходим. Бежим и... Банка. Готовы. Чекпоинт. И давай. На. Готов. Готов. Все. Все готовы. Бежим дальше. А, это все. Так, 8-й левел комплит. Мы прошли. 9-й левел начинается. Наверное, мы закончим на 10-м, а может и нет. Кто знает. Так, чекпоинт. Идем дальше. Раз. Хедшот. Хедшот. Ну и так тоже. Все. Мы прошли 9-й левел. Еще 40. Блин. Нет. Нет. Он за это. Он за рекламу, а я рекламу не люблю, поэтому не буду я его брать. Так, 10-й левел. Готов. Все. Готовый чекпоинт. Так, раз. Готово. 10-й левел пройден. Следующий идет левел, 11-й. Давайте дойдем до босса и закончим это видео. Тогда уж. Так. Готов. Так, первая волна готова. Чекпоинт. Так, следующий. А как меня убили? Стоп. Не понял. Ладно. Ай. Я забыл совсем про этого нижнего. Ладно, еще раз повторим. А, надо в бак все-таки. Я думал, что я могу сейчас их сразу убить. Ай, нет, не смог. А как к нему попасть-то, а? Сразу, что ли, нажимать? Все, готово. Все, 11-й левел пройдем. Опа. Так, какой сундук? Блин. Ладно, что, не получилось. Тогда заработали деньги. У нас 555, какая цифра, да? Не правда ли? Ладно, идем дальше. 12-й левел у нас идет. Готов. Есть, готовы. Так, чекпоинт. Идем дальше. Раз, два. Блин, не попал. Так, чекпоинт. Заново проходим. Это готов. Ай, не успел. Так, в бак не вариант, потому что, ну, там, видишь, люди. Все. Если я бак стрелю, ну вот что будет. Поэтому лучше я буду стрелять по людям. Смотри. Сейчас пройду. Раз, два. Ой, случайно по человеку стрельнул. Невинному. Так, это было случайно, простите, это было случайно. Раз, готов. Два, готов. Три. Есть, готовы. И этот уровень тоже пройден. Так, идет 13-й левел. Недолго до босса осталось. Пошли. Ай, ну промазал, ну как? Ладно, сейчас пройдем. На. Есть, готовы. Идем дальше, чекпоинт. На, все, готов. А нет, еще вот. Все, готовы.
И этот левел тоже был пройден. Идем в следующий левел, 14-й, предпоследний. Так. На, готов хэдшот. Так, чекпоинт. Так, готово. Я проткнул их шарик. И этот уровень тоже пройден. Теперь последний босс. Что ж, давайте начнем. Посмотрим, насколько этот босс. Есть! Я его победил. Да. Эта игра очень мне понравилась. Если хотите продолжение по этой именно игре, то давайте наберем 10 лайков и выйдет продолжение. А пока что всем удачи и всем пока.